Перед глазами дежурного Сергея Шейдина каждый день возникают опасные ситуации. Работая на железной дороге, приходится держать ухо востро, признается дежурный. Мало того, что автомобилисты нарушают правила и пытаются проскочить на красный сигнал светофора с риском получить удар шлагбауму по крыше, так еще и пешеходы ленятся дойти до перехода и идут прямо через пути. Бывает, когда выходят и не обращают внимания на приближающуюся электричку, особенно вот здесь, вот по третьему главному, приходится окликать и говорить, чтобы отходили в сторону. Вот. Потому что во время движения грузовых и пассажирских приближение электрички обычно не слышно. ДТП на путях не редкость. За прошедший год в них пострадало 90 человек, 21 погиб. Выбирая между безопасностью и временем на дорогу, все же стоит помнить: тише едешь, дальше будешь. Железнодорожные пути могут не только увести вас в теплые края, но и угрожать вашему здоровью и даже жизни. Чтобы не случилось беды и не попасть под колеса поезда, не ходите через рельсы, а воспользуйтесь тропинкой. Большинство переездов оборудованы камерами видеонаблюдения, но еще не все. В скором времени еще на 4 появятся фиксаторы. Система работает. В 2015 году нарушителям было выписано 885 постановлений. Также на оживленных переездах продолжают работать сотрудники железной дороги, раздавая памятки автомобилистам. Меры принимать – это, наверное, все-таки работа с водителями в плане объяснения, что влечет за собой та или иная ситуация. Если у нас будут водители более дисциплинированы, то, соответственно, и уменьшится количество ДТП на переездах. Чаще всего столкновения поезда и автомобиля происходят по вине водителей. Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам организован ООН, чтобы предупреждать аварийность. Марианна Мирная, Дмитрий Кривенцов, Станислав Левин. События.